Всем привет! День 11. В прошлой серии мы взяли четвертую звезду. А по поводу пятой я могу сказать сразу то, что я, скорее всего, брать не буду, пока не выполню все достижения по приготовлению блюд. Ну и в том числе их улучшений, которые, к сожалению, недоступны при выборе меню. Так как их вот, если бы это пользовательского меню не было, их можно было бы прокачать. А тут такой возможности зайти и прокачать нету. Вроде как. Ну, по крайней мере, я не нашел. Ну вот там она была, да. Вот. Так, ну вот мы взяли в прошлой серии такое чудо-юдо, блюдо, которое я, естественно, ни разу не готовил. А его еще и блюдом дня определили. Я, честно говоря, даже не представляю, как мы будем его готовить. Свиная вырезка 250 грамм. Так. Я даже не знаю. Не буду трогать эти доски. Хотя можно было, конечно, доску взять. О, говяжья лопатка. Даже не знаю. Свинина на кости. Так. Свиная вырезка. Так. 250 грамм. Соль, черный перец. По 8 грамм. Так, а, ну да. Я надеюсь, не будет приколов, как в прошлой серии, когда я брал вместо доски другую, когда я вместо доски брал само блюдо вместо. Так, допустим. Оливковое масло 15 миллилитров. Вот, кстати говоря, тоже хотел сказать по поводу пипетки, которую добавили дополнение шелтер. Как и... Я уже даже забыл, как она называется-то. Вот это вот. Да, шпажка. Которая не особо нам помогла в приготовлении бургера. Как готовить бургер, я так и не понимаю. То есть, банальные компоненты положить на тарелку, как-то, конечно, весело. Или смотри, как у тебя бургер разваливается по частям. Но как-то несерьезно. Так, допустим, на противень на 100 секунд, ну это уже значит, как заготовка будет, я даже не знаю, давайте возьмем еще один противень, а то мало ли он мне понадобится, можно сюда запихнуть, так, можно вниз. Зачем я его взял? Свиную вырезку. На противень. Оставляем ее здесь. В миску ингредиенты. Желе из красной смородины. Баварский солодовый уксус 35 мл. Кстати, можно вот поставить это там, потому что я не знаю, куда еще ставить, у вас особо места нету. Как блюдо готовить.
Может, конечно, где-то еще есть эти жидкости. Так, желе. Интересно, сколько там. Я не знаю даже. Тут и места-то особо нет. А еще оно ставится как вот это горчица или что там было. Или ореховое масло. Не помню точно. Баварский уксус. Солодовый. Может, конечно, она потом понадобится, все это дело. И проще будет отсюда его убрать. Возьмем только тарелочку. Раньше такие тарелочки, ну как, я их уже использовал до этого. Потом разработчики что-то там подкрутили. И в итоге при добавлении жидкости они постоянно переливались из них. А да, и саму игру я проходил уже 2 раза точно. Может быть даже больше. Но я точно не знаю. Ну, там где-то в районе 15 дней примерно на это дело нужно. Ну как сейчас. У нас день 11, а у нас уже 4 звезды. То есть довольно просто, а как бы приготовить все блюда, не совсем понятно. Потому что, возможно, это не так, но вроде бы при получении 5 звезд в дальнейшем получить достижение уже невозможно. То есть игру продолжить можно вроде бы, но достижения уже не зачисляются, потому что игра пройдена. Возможно, это не так. Возможно, это именно связано с конкурсами. Вот там, да, по-моему, точно. Потому что, по крайней мере, я знаю точно, ну, то, что как бы есть конкурсов, наверное, 5, вроде бы. Я проходил 3. Ну, понятно, вот морепродукт самый основной, самый простой. Есть точно супы и острые блюда. Блюда. А какие еще 2, точно не помню. Так, желе 35. Уксус 15. Желе 35. Так. Так. Так, так. 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 Ой. Не то. Обратно. Так, меняем на 5. Вот опять не так. Ох, так, я уже забыл. 35. И 15. Так, можно, в принципе, сразу взять. И 15. И все смешиваем. В принципе, пока здесь поставим. Можно, конечно, купить еще одну пипетку. Так, на тарелку. Угу. Смесь. А, понятно, еще раз в духовку. Да. Я даже не представляю, как готовить. Довольно частые подобные блюда. Сто секунд. Минуту 40. Потом еще на 30. Если полторы. Наверное. А может быть и нет. Минуту 40. Минуту 70. Понятно, а потом его еще порезать надо. Это только потом, по 50 грамм. Я не представляю. С первого раза точно не получится. Готовить по несколько раз. Краснокочанная капуста. 100 грамм.
опять желе. А, это уже, подождите. А, ну да, как раз смородина. Интересно, там еще какое-то желе есть, а то вдруг там желе нет. Одно, может, пока еще одно. А то я подумал, что это уже вдруг какое-то другое желе. Так. Просто качан. Сменяю вырезку. Нет, ну это, конечно. Краснокочанная капуста, 100 грамм по 20. Как она выглядит? Это, наверное. Ха, ну понятно, это как тыкву. Возьмите по 100 грамм. А сама она, извините, весит 700. Где там 100 грамм? Кстати, почти нормально, 99. Давай, иди к собрату. Выглядит какой-то инопланетный фрукт, я уж не знаю. Так, смотрим. Угу. 100 грамм по 20. 5 частей получается. Можно было бы, конечно, порезать по долей и поперек. Ну, тут понятно. Сейчас сразу ошибусь. Так, один, два. Нет, наверное, как-то. Так. Может, я уже ошибся. Ну, тут 30, 17, 14. Как порезать по 20 грамм? Скажите, пожалуйста. Вот здесь, кстати говоря, нормально почти что. Тут 30. Ну, все, это уже пролет. То есть, где, ну, наверное, надо было посередине чуть получше резать. Я даже не знаю. Вот еще раз. Просто слишком большая граммовка. Я, правда, не уверен, что я вообще справлюсь. Ох, давайте как-нибудь вот так вот, наверное. Честно скажу. Ну вот уже больше, чем нужно. Это уже файл, все. 89. Мое любимое число. Так, сколько здесь? 135. И мой год рождения, как у Ники. Я не знаю. Во первый раз повезло лучше, да? Сколько у нас? 114. Давайте отсюда, не знаю, отрежем. Ну вот опять 99. Сейчас уже начнут заказывать, а я еще даже толком ничего не подготовил. Так, смотрим. Допустим, здесь. Здесь. А я даже уже не помню, даже, как я, собственно говоря, резал. Вот что это такое? Нет, ну я не знаю. 444. Ладно, придется так готовить. Все равно там скажут, что полная, да, ерунда. Я более чем уверен. Это пока оставим. Это
Положим сюда. Вот еще кусочек упал. Осталась минута. Так, смотрим. Желе из красной смородины 15 миллилитров. Желе из красной смородины 15 миллилитров. А я сначала подумал, что написано было смесь, а по итогу как желе высказалось. Ну и какие-то еще картофельные клетки. Вода, соль. Ну что, приступим. Я немного в напряжении. День сегодня был нелегкий. Вот прекрасно. Ну, да. День был нелегкий. Поэтому, скорее всего, буду тупить. Так я, наверное, все-таки возьму заранее. Кастрюлю. Если у нас, конечно, есть кастрюля. У нас пенная лежит. Даже не знаю, куда его лучше переложить, чтобы оно не высыпалось и чтобы оно не мешало. Потому что кастрюли я вообще не вижу. Ну, сейчас мы, естественно, никуда не успеем. Кстати, да, что я туплю? Ну, вот так вот. Поставим сюда. Тут маленькая кастрюля, кстати говоря, есть. Нальем воды. Это. Пока еще делаю заготовку, как ни странно. Соль. 20 грамм. Я, наверное, думаю, что и эти клёцки тоже будут какими-то такими. Скорее всего, их тут нету. Ну да, тут у нас тут только мясо. Свинину возьмем заранее. Так. Ну, сейчас у нас никуда не успеем. Я даже не знаю, как они выглядят, эти клёцки. Тоже как макароны, скорее всего. Картофельные клёцки. Ну, да, естественно. Можно уже брать еще одну тарелку. Вот такую, для запеканки. Для запекания. Сыпать сюда. О, такие маленькие. Так, маленькие. Не маленькие, но маленькие. Сколько у нас тут? 40. А нужно... А, так нужно 200. А их всего 200, скорее всего. Сейчас посмотрим. Нет, их 400. Ой, вот так вот. Половину. 40, 40, 40, 4. Наверное, 5 штучек, скорее всего. Ну да. Может, я, конечно, зря это сделал. Их не закажут, потому что... Насколько я помню, это такая система, если заранее солить
Ну, там, солить, перчить блюдо, блюдо. Или блюда, я точно уже не знаю. Соль, черный перец, тимьян. Черный перец, тимьян. Соль, черный перец, тимьян, 6 грамм. Подсолнечное масло 30. Так, сковорода. Где у нас была? Еще одна сковорода. Я ее потерял. А, да, вот Джон. Да. Вот так вот. Старость, не радость. Оп, перелил. 2, 3, 4, 5, 6, 30. Свинина на кости. С каждой стороны печеный картофель 300. Так, да, его сначала надо взять, потом порезать. Я уже хотел, думал, ой, приготовить его и потом порезать, но нельзя. Так, значит, 3. Раз, два, три. Идея должен будет порезать обе части. Так. Показал. Показалось. Ну, я не знаю, вот как это работает. То, что вы уже видели, что я порезал на три части. На три части. Почему она порезалась на 4 или сколько там получилось в итоге? А то и больше. Это надо резать этого блин. Извиняюсь. По одной. Раньше как-то получалось вроде бы резать. Чтобы не мешало. А, хотя да. Я же сам порезал. Не так как надо. Косяк. На тарелке резать нельзя. Это я уже с тем блюдом тупанул, когда нам нужно было порезать по 5 частей. И то, как это сделать, было не совсем понятно. Ну, как бы я не особо силен в этом. Так. Борщец. Ну, прекрасно. Все. Ну, борщ я, скорее всего, подам холодный, я уже не успею его разогреть. На 80 секунд, 90 секунд. Ставить сюда нельзя. Это тебе нужно на 80 секунд было ставить.
Рыбу на 90. И что у нас там? Свинина. Ладно. Так, возьмем борщец. Можно, конечно, было его приготовить заранее. Мне как бы не тяжело. Так. Понятно. Я сделал очередную глупость. Налил и вылил. Так, ладно. Сделаем вот так вот. Мужик сам разогреешь, если надо. Нет, ну это все это фейл. Это фейл. Это я уже не знаю. Это фейл. Курица. О, под соусом из банка. Да. Как будто бы она до конца даже не дошла. Ну, вроде бы здесь ничего не нужно добавлять. Свинина готовится. Ну, бульон я, естественно, скорее всего, делать не буду. А это мы вроде как приготовили заранее. Нужно только пенель сделать. Я даже не знаю, получится ли. Скорее всего, да. Я его заранее, скорее всего, сделаю, посолю, потрачу, потому что мало ли что. Кто его знает. Звони. Даем. Жалобы. Сейчас нам еще одно блюдо кинут, естественно. Так. Я даже не знаю. Ну, маленький, я помню, я пытался приготовить. Можно попробовать. Так, тут у нас. Не пойми что. Тут у нас борщ, которого нету. Я, наверное, за место него попробую сейчас взять. Так. Тут у нас литр. Соответственно. Давайте литр возьмем. Нальем. Оп. Четенько. Так, соль 10. Пенное 100. Соль 10, пенное 100. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Уже варил в маленькой кастрюле, но в маленькой кастрюле хоть и лучше, но ничего не видно, вот просто. То есть достать в принципе нереально. Так, варить 60 секунд. Так. Тут написано глубокую тарелку. Это у нас уже приготовлено. Кстати говоря, ну да, смесь-то холодная, нужно, по сути. Я не знаю. Скорее всего, опять выйдет какая-нибудь дичь. Ой, бульонные зубки. Тоже взял. Я вот так готовить, и вот так тяжело готовить, я даже не представляю, зачем я его вообще брал. Вот улучшенный рецепт готовить довольно-таки просто. Практически как гаспачо. Вот. Стоило передержать уже слишком горячо. Чуть-чуть. Да? Не знаю, смотри. Давайте посмотрим. Сейчас, если скажут, что что-то не так, ну, это будет, конечно, весело. Ну, понятно, прекрасно. Вот как, и как готовить? Что он скажет? Плохая техника резки? Так, ну и что? Смесь слишком холодна. Слишком холодно. Слишком холодно. Угу. Ну, тогда я вот просто не понимаю. Вы же видели, да, там написано. Ну, я, по крайней мере, прочитал. Я не понимаю. Я не понимаю. Вот давайте просто откроем. Вот прекрасно. Наш любимый рецепт. Просто посмотрите. Курица. Возьмите, да, порежьте, приготовьте глубокую тарелку, подавайте холодным. Ну, видимо, оно было очень холодным в таком случае. Просто, ну, как бы, а что подавать холодным? Или это ошибка в переводе, как это уже было в игре? Вот я бы сейчас, скорее всего, мог получить достижение. Ну, мне придется опять готовить заново. Благодаря игре. Или, я не знаю, переводу. Такому вот. Ой, так. Духовка 100 секунд. Потом еще 30 секунд. Жарьте 40. Варите 90. Я даже не знаю. 100 секунд. Точно, ладно. 100 секунд довольно долго идут. У нас минут 40 получается. Что тогда? Еще. Уже тарелку. А ну потом еще порезать надо будет, понятно. Так, 40 секунд. Варите 90. Так. Клёцки. Ну, клёцки я готовил сейчас. Где они у нас? Я надеюсь, что они не остынут, пока я буду пытаться приготовить что-то другое. Ну-ка, 30. Окей.
40 секунд. Сколько у нас там времени осталось? Так, допустим. Я даже не знаю. Есть ли смысл? В принципе-то есть, конечно. 40 секунд. Подавайте горячим. Подавайте горячим. 8 секунд. 47. Так, что там дальше было? Попку. Так. Свиная вырезка. А, ну понятно. Мне ее нужно заправить, получается, этой смесью. Прольется. Вот, уже пошли косяки. Так, сколько там? 51. Я не знаю, я, наверное, не буду. Ой, куда ставить-то? Поторопитесь, я даже готовить не собирался твои блюда. Вы ж, ребята, извините, конечно, но такие дела, блюда довольно-таки сложные. Что я делаю? Где это? Хотя бы одна пипетка, я ее не вижу. У меня тут сейчас все остынет. Так, ладно, 40 секунд, да? Да, 40 секунд. Так, ладно. Ставим. А то все остынет сейчас у нас. Так. 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 Да, на здоровье пускай уходит ваш гурман. Сдался. Так. Смесь. Почему-то смесь оказалась. Очень странно. Ну ладно. Сказали 40 секунд, вот вам 40 секунд. Так, на 30 секунд. Я не знаю, вот как готовить это блюдо. Это блюдо, это просто, ну, какой-то... Я даже не знаю, как это сказано. Какую тарелку добавлять-то? Нет, просто тарелка. Давайте вот просто большую возьмем, потому что я даже не представляю, поместится туда, не поместится. Все это добро. Ну, выключить ее. Она уже подгорела, ну все. Это финиш. Пусто. Так, нужна там смесь, не нужна. Так, 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 так. Жарьте. Не написано, я не знаю. Веточка тимьян, 10 грамм. Раз, два. Ну вот. Выглядит зловеще.
понятно. Опять все не так. Ну, вот да. Вот из-за того, что я плохо порезал и чутка перегрелся. Все, сразу минус звезда. Ну, хотя это гурман, наверное, был. Он даже мужик тут вылез. А, это дзирпер. Понятно. Да, правильно, подвиньте его. Я не знаю, я даже готовить не буду. Ну, потому что оно как. Можно даже пенны эти приготовить, я уж не знаю, будет там соли, не будет там соли. Так, давайте, не знаю, борщ сделаем для начала. Я уже даже не помню, было ли у меня где-то жидкость. Где-то у меня был вроде бы куриный бульон, но это не точно. Поэтому возьмем новый. К тому же здесь, а, тут, да, здесь все равно нам нужен литр, насколько я помню. Соль 20, черный перец 20. Интересно, сколько этот заказ будет висеть-то. Пока он все еще ждет его. Знаю, гурман там, не критик. Не критик, а кто это вот. Тут написано. Вот этот плашки не совсем понятно. Так. Свекла, репштука. Ну, это просто. Ладно. Хотя со свеклой тоже не совсем понятно, по-моему. 5 штучек, по-моему. 3. 4. 5. Лук. Петрушка. Морковь, которая не упала. Морковь, упади, пожалуйста. Тут не сваришься, я знаю тебе. Две минуты. Ну, это простое, это здесь даже не нужно переживать по этому поводу, потому что это даже не томатный суп. А все, она пропала. Время 3 часа. Не успел засечь, сколько там времени нужно было. Так. Куриная грудка. Сейчас там еще что-нибудь кинут. Я не знаю, нужно было брать больше супов. Слишком это для меня сложно будет. Так, соль и черный перец по 5 грамм. Я даже не знаю. Так. 5. Так, на 30, да? Как я там делал? Как-то так резал, по-моему. Случайно. Надо как-нибудь так засечь и... Понятно, тут вообще, ну, 46, тут я, кстати, 23, это почти как 30, даже удивительно. Так, сальса 200 миллилитров, сковорода чистая, вроде чистая. Тут вообще нужно, не знаю, этот, в этом...
тут вообще нужен в этом на этой кухне холодильник, как бы поближе хотя бы поставить. Потому что вот так вот бегать постоянно туда-сюда. Так, 200 сальс. По 30 грамм. Угу. Варить 60 секунд. Да, пусть. Сколько у нас там осталось? Ну, еще есть время. Так, я даже не знаю, есть ли смысл. Ну, давайте, я подам, а то мне еще скажут, что у вас сегодня тут совсем полный крах. Вы ничего не приготовили нормально. Все через одно место. Ну, как оно, в принципе, и есть. Ну, взял бы тыквенный суп там, например. Я даже не знаю, есть ли у меня тыквенный суп там в меню. Уже не помню. Просто, как бы борщ заказывают. Неужели он борщ у нас только один? Я не знаю, честно. Так, время 4 часа. 60 секунд. В принципе, оно не такое сложное. Но вот из-за техники резки, ну, прям геморройное. Вот. Подавайте холодным. Что, медовая манго? Да, кстати говоря, да, скорее всего, медовый манго. Так, медовый манго, я не знаю. Это медовый манго нужно как-то... А, да, его же здесь не было. Его нужно как-то заранее резать, как лимон. Я даже не знаю, зачем мне лимон сейчас. Если у меня, в принципе, блюда с лимоном. Давайте, я не знаю, сколько там медовой манго нужно. В принципе, какая разница? 50 по 10 грамм. Я его просто сюда закину и все. Пускай он там само режется. Потому что у меня сейчас времени точно не будет. Потом, о, вот, кстати говоря, 10. Шикарно вообще. Можно будет просто выбрать отсюда и все. Так, 60 секунд. С минуты. Готовим. Так, а пенне сколько у нас? Тоже 60 секунд. Угу. Так, осталось 3 минуты. Давайте приготовим вот эту байду. Я уж не знаю. Будет там соль, не будет там соли. Я, конечно, сильно удивлюсь, если потом еще и... Хотя это какой-то у нас типа критик или кто-то. А, там еще смесь нужна. Так, глубокая тарелка, по-моему, нужна. Глубокая тарелка. Так, пенная.
Спинной отключаем. Все забираем. Давайте еще ПН возьмем. 100 грамм. Потом один. Сколько у нас там манго было? 5 штучек по 10, да? Ну, давайте один за 11. Еще 11. Давайте 8. И 10. Ну, тут, наверное, можно было, конечно, получше сделать. О, 50. Шикарно. Так, так, я опаздываю. Это что у нас? 150. Сойдет. Смесь. Наливаем. Наливаем. Бросаем. Куда спешить? У нас конец рабочего дня сейчас будет, скорее всего. Потому что блюда одного не поступает. Пожалуйста. Ну вот что. Вот только из-за того, что это было вот это. Вот почти же получилось. Что? Плохая техника резки. Ну вот серьезно. Только из-за этого, да? Вот я же почти заработал 5 звезд. Вот что? Нет, ну прекрасно. Да, мы очень вами гордимся, да. Спасибо, блин. Это же просто нечестно, я не знаю. Ну вот как резать? Спасибо хоть за манго. Я же не могу, допустим, порезать. Потому что могу. Я не знаю. Вот, давайте. Я даже не знаю. Сколько там нужно? Манго. Просто вот реально, а как? Куриная грудка, да? Так, 240. Угу. Так, по 30. Просто я вот не знаю. Я наверное, просто возьму и реально порежу. Как вот с тем блюдом, которое я готовил для этого самого критика в прошлый раз. Потому что ему там что-то не понравилось, так я нарезал картошку фри. Ну, потому что она и на фри похожа не была, и фри тут нарезать я в принципе не представляю как. Да даже если резать как фри. Даже если резать как фри, то там граммовка будет гораздо меньше, чем нужно. Ну, то есть, что игра хочет от меня? Это же какой-то бред. Граммовка вот, непонятно, как работает. Давайте посмотрим, будут ли здесь кусочки по 30 грамм. 23. 24, 20, 46, внезапно, 18, 16. Ну, то есть, вот как? Это автоматический резчик. А нужно, я напомню, по 30 грамм. То есть, это вот нужно как-то заранее тут стоять и резать просто. Эту курицу. По крайней мере, мы из-за того, что манго у нас, извините, свежее, понятно, его даже готовить не нужно, его как лимон просто добавляешь. Вот он написал холодно подавать. Он не написал подавать холодным именно манго. Он сказал подавать холодным под общим рецептом. То есть вот здесь вот. Смотрите, да, вот, как бы, ну, игра. Вот, это у нас один этап идет. Подавайте холодным. То есть, все подавайте холодным. Не только манго, а еще куриную грудку, смесь, получается.
потому что вот перерыв глубокой тарелку. Подавать холодным. Это относится ко всему этапу. Не медовая манго, вот даже запятые стоят, видите? Это, я не знаю, что это? Это ошибка перевода? Или это ошибка разработчиков? Ну вот, как? Медовая манго, его готовить не нужно, да, это как лимон, но почему-то написано «подавайся холодно». Это же бред. Бред. Вот и только из-за того, что я плохо нарезал курицу, да, мне не дали звезду до конца. Ну, то есть, ну, я не знаю. Что у нас вообще сегодня? Тыквенный суп. Тыквенный суп даже не заказывал, знаете, да? Я его мог сделать. Ну, бульонные зубки я уже готовил. Его очень, очень сложно сделать, потому что вот его тоже, да, вот утиная грудка, ее тоже нужно резать по 35 грамм. И при этом она должна быть еще постоянно горячей, что ли? Потому что если ее подаешь холодной, он будет писать, что она холодная, извините меня. Ну, то есть, а микроволновка, я даже не знаю, как работает. Потому что как сколько бы не пытались в нее запихнуть что-то. Вот я не знаю, давайте чисто ради интереса. Вот тот же вот манго. 6 грамм. Давайте возьмем. Куда, вот куда его положить? Вот большая тарелка. Поместится она туда, большая тарелка или нет? Я не знаю. Поставим. Старт нажмем. Да? Или как там? Ну, допустим, 30 секунд. В принципе, оно греется. В принципе. Или оно готовится. Ну, то есть, в теории, да, наверное. А, тут да, режим еще есть. В теории есть вариант, что вот это даже написано, что оно типа приготовлено в микроволновке, и оно вроде как даже горячее или теплое, не совсем понятно. Так, а вот если сменить на какой-нибудь height, то оно даже уже остыло, уже там пережарилось. Ну да, очень горячее. Кстати, довольно-таки интересно. Надо будет как-нибудь попробовать приготовить что-нибудь. Ну и как приготовить? Подогреть эти самые манго. Если там не взорвется из-за того, что я положил горячие мусор. Так, ну давайте сейчас вот я по-быстрому тут приберусь. Машин гоняют, сигналят. Я бы, конечно, включил какую-нибудь музыку, но я не знаю, наверняка, как это лучше сделать. Может, мне получится добавить, скорее всего, нет. Когда эта серия, собственно говоря, выйдет. Филиал сося, который... из-за которого тормозит. Смесь будем. Так. Сейчас я просто по-быстрому пробегусь тут. Чекну. О, 36. 92. Вот смотрите, да? Появилась дверца. Я более чем уверен, что она потом опять пропадет. Ну, как бы... Я в прошлый раз ставил дверцу вот сюда, а вместо нее на полу оказалась книга, которую я, естественно, не брал. Откуда она там взялась, я даже не представляю. Мне она как бы не нужна была.
эта книга. 91. Деньги куры не клюют. Тратить их особо не на что, а фритюрница что? Фритюрница у нас имеет режим бога, судя по всему. Они не ломаются, в принципе. На удивление. Ты говоришь, а холодильник нужен что-нибудь? Нет, холодильник тоже бесконечный у нас. Кстати, а вот коробки сверху. Надо посмотреть. Да. Я как-то их особо не использовал. Может, это тоже магазин считается? Да, тоже магазин. Представляете? Вот. Можно поставить большую коробку вниз. Просто, я не знаю, вместо такой коробки поставить просто вниз или куда-нибудь сюда запихнуть. Или вот сюда, например, поставить ее. И все, будет шикарно. Так, ну давайте, я не знаю. Так, во-первых, нужно убрать сметана. Ой, куда бы сейчас это дело скинуть? Где-то у нас была тарелка. Пипетка одна еще. Вот так, да. Взяли большую тарелку, подарили. Было все идеально, а нам сказали, у вас плохая техника резки. Подайте мне этого шеф-повара вашего. Он тут плохо нарезал. Поэтому мне блюдо не нравится. И плевать, что у него идеальный вкус там и температура. Нарезал он плохо. Поэтому... Я даже не представляю. Представляете, да, ситуацию? Приходишь в ресторан и говоришь, ну, как говоришь, ты свое блюдо получил, ты приходишь, его ждешь, потом получаешь, а потом такой, тут морковка очень плохо нарезана, а вот тут, я не знаю, там, сельдерей, там, картошка, 5-10, и я тут напишу в комментариях, в отзывах, так и так. Типа, плевать на вкус. Не ходите сюда, вот тут тут режут очень плохо. Ну, просто вот невыносимо. Ну, вот как. То есть, это, блядь, не 5 звезд, да. Я даже не знаю, стоит ли. Ну, в принципе-то нужно, конечно. Декор. Звезды. А, звезды, блюд. Так. Так. Чаевые. А я-то даже не ставил. Вот оно что. Тогда это нужно поставить, да? Там что-то другое, значит, будем. Интересно, подождите. Тогда что? Нет. Я вообще не ставил. Мне казалось, что я поставил. Ну ладно, вот это даже не дают рецепт выбрать. Потому что я уже накидал там. Если бы я знал, я бы заранее бы это сделал. Ой, свиное. Я даже не знаю. Бульон из утки. Ладно, я оставлю, попробую приготовить этот бульон. Свинину. Ну, в принципе, свинину я приготовил, я же ее так и готовил, я знаю, как ее сделать. Чтобы такое вместо нее взять. Я не знаю, я оставлю вот эти два рецепта. Томатный суп, я даже не знаю, имеет ли смысл добавлять. Морковь, картофель, что там нужно.
Тунец. Давайте вот лопатку, да, тоже 6 нужно. Ну, я даже не знаю, имеет ли смысл. Ну, в принципе, можно добавить. А, кстати, да, критик. Какой критик? Нет, давайте я... Если просто подадут, если блюда да, одновременно. Вот и... Что давно не готовил. Да, в принципе, я и этот готовил. Можно, конечно, взять еще бургер. А я могу даже здесь открывать, да. Это хорошо. Так, 15. 15. Тогда нет. А ну. Так. Я даже не знаю, имеет ли смысл. В принципе, ты можешь, конечно, какая-то бульон из утки, типа, за... Хотя нет, а смысл заранее готов. Ну, ладно, там. Допустим. Борщ у нас есть. Блин, даже не знаю. Давайте возьмем креветки. Все-таки. Тунец мы уже делали. А может, не делали, я точно не помню. Так, брускетта. Так, вот. Вот эту вот вырезку возьмем. С овощами. Так, 15, 15, 40. Почему тут нельзя сортировать по... Да. Вот, кстати, я хотел приготовить тут этот картофель, попробовать. 10. Так... Почему тут нельзя сортировать по навыкам? Я не знаю, может быть можно, но... Потому что тут куча дополнений игра добавила. И везде как бы разные... Тот же похлёбка кукурузная. 50, ну давайте возьмем, ладно. Чисто... Ладно, оставим. Я даже лучше попробую ее приготовить. Креветки, я не знаю, имеет смысл готовить. Брать. Тут, а где мне посмотреть, что есть у меня, допустим? Просто а как я должен добавлять? Оно типа не обновится или потом обновится, то, что у меня готово. То, что у меня есть. Вот, кстати, бульон из утки, 4 эти шестеренки всего лишь. Даже меньше, чем украинский борщ. А готовится гораздо тяжелее. Ну вот что? Как это? Там его порезать довольно сложно. Я даже не знаю. Это просто что-то с чем-то. С колбасой яйцом. Так, ну я не знаю даже. Как бы мне так добавить-то? Кукурузную похлебку так. 13. Свиная вырезка. Креветки. Ладно, давайте. Где там это была лопатка-то? Я потерял. Так-то я ее, конечно, готовил, но... Как бы не в своем плейлисте. Так, 7. Нет, это, блядь, извините, это не то, что я хотел. Что мне нужно было? Где это блюдо? А вот же оно. А тут нет, тунец. Вот оно. 6 креветки. Выйди ты. Лопатку. Да выйди ты. Игра. Лопатка. Потом... А, я
ничего. Не туда нажимаю просто, извиняюсь. Потом креветки. Потом, значит, вот эти вот овощи. И нам вот это, кстати, взять. Тунца. Что-то я вроде бы еще добавляю. Кроме последнего, но я точно не помню. Я не вижу. А, вот, да. Его и тыква. Голова всадника без головы. И похлебочку. Вот, все, четко. Ну, я не знаю, давай, может, все-таки филевососе. Какой-нибудь, что-нибудь такое с лососем, чтобы прям, чтобы было прям идеальное меню. Так, что нам в сладком соусе? 6. Тыквенный суп. Ну ладно, давайте я, наверное, уберу все-таки бульон из утки. Приготовлю его позднее. Я тут, извините, просто так вот сортирую по количеству. Так, я забыл уже все. Где тут это? Так. Ну и вот где? А, да, кстати, тут же можно это сортировать. Вот. Тыквенный суп. Так, картофель. 7, да? Нет. Я не добавлял. Неважно. Что еще я добавлю? Да, плавленый. Филевасося. Я даже не знаю, буду я это вырезать или нет. Наверное, нет. Креветки. Картофель, один сплавленный картофель был только что. Быстрее. Я очень извиняюсь, что я вот так очень долго тут все настраиваю. Все, начать новый день. Превосходный меню. Ну, естественно. А как иначе-то? Будет сейчас фейспалм номер 2. Ну как сейчас? Сегодня. То есть, вот. Прекрасно. Это у нас обед, скорее всего, это речь идет про супы, я надеюсь. А там, я не знаю, будет золото, серебро или...